Здравствуйте, меня зовут Маргарита Рычкова, мне 48 лет, образование высшее, Сибгути, мастерская Льва Серапина Чебелова. Я актриса кино и актриса озвучивания. В Москве с 2014 года снялась в сериалах «Доктор Хаус», «У Кончаловского рай» и «Социальной рекламе». Я работала диктором Центрального радио «Город Новосибирск». И у меня богатый опыт озвучки, от мультфильмов до монологов. Я передавала эмоции и чувства через голос, но всегда хотела их передавать вживую. Спасибо.